Сегодня из Волгограда была отправлена первая машина с саженцами сирени, выращенными на волгоградской земле. Они будут высажены на аллеях городов-героев страны. Около 2000 саженцев через несколько дней получат Москва, Санкт-Петербург, Тула и Смоленск. В торжественной церемонии проводов машины с сиренью Победы приняли участие ветераны войны, руководители областных природных ведомств, кадеты, несущие вахту вечного огня, представители молодежных и общественных объединений города. Очень горды тем, что проект «Сирень Победы», который родился на нашей сталинградской земле, был включен в федеральную программу, он был поддержан администрацией президента Российской Федерации, а также включен в официальную программу мероприятий, которые посвящены 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы очень горды этому. Все саженцы проекта «Сирень Победы» так или иначе сорта, связанные с Великой Отечественной войной. Это такие сорта, как маршал Жуков, маршал Василевский, Великая Победа, защитником Бреста, Зоя Космодемьянская, капитан Гастелло. Таких сортов более 10 участвуют в этом проекте. Сиреневые аллеи появятся не только в других городах, но и в Волгограде. Они будут высажены на Мамаевом кургане, в Комсомольском саду, у памятника Хользунову и других местах боевой славы Сталинграда. 4000 саженцев сирени выращены специалистами Волгограда и Москвы за 4 года. Много было и технических вопросов, которые необходимо было решать, организационных моментов. Но, тем не менее, мы все это сделали, и несмотря на то, что, конечно, не хватало финансирования, но, тем не менее, вот при помощи энтузиастов, волонтеров, при помощи того, что наши сотрудники работали и в том числе, и помимо своих основных обязанностей они выполняли эту работу, нам удалось этот проект довести до логического завершения. В мероприятии принимали участие ветераны войны, для которых такого рода акции очень важны и ценны. Позвольте мне от имени фронтовиков, от имени жителей нашего города приветствовать всех вас с этим знаменательным днем, когда саженцы, выращенные на нашей славной сталинградской земле, разъедутся по городам славы, по городам героям, и где мы бы ни были, всегда будем кланяться этим живым нашим друзьям. Огромное спасибо труженикам, которые трудились и вырастили эти замечательные живые организмы. После торжественных речей кадеты по звуке торжественной музыки погрузили саженцев в специально оборудованную машину, которая двинулась в путь. Второй, такой же груз «Сиренью Победы» через 10 дней запланировано отправить им в Новороссийск, Керчь и Севастополь.